Владивосток, 15 октября 2021 года.
железнодорожный вокзал города Владивостока. Thank you.
производится разгрузка. Привезли машины, наверное, из Японии. Здесь у нас солнечные часы. Такие. Красивое небо. Портовый экран. Ну что он, машину сейчас погрузит, возьмет. Надо понаблюдать. Не каждый день такое увидишь. Вдалеке слышатся барабаны. Завтра во Владивостоке на центральной площади будет проходить мероприятие. Второй день Кореи. Машина зацеплена.
Вот так происходит разгрузка судна, которое пришло с автомобилями, наверное, из Японии. Ну ладно, нужно идти дальше. Потихоньку в окнах загораются огни, вечереет. Там разгружают, наверное, почтовый вагон. Железнодорожный вокзал. Сюда приходят поезда, ну, со всей России, наверное. Вот в данный момент стоит поезд, прибывший или скоро убудет в какую-то точку России. Там продолжается разгрузка. Кран работает. Здесь останавливается Аэроэкспресс.
почтовый вагон. Владивосток.